Томат интуитивная прозорливость. Вот так он выглядит на кусту. Вот первая кисть, 5 плодов завязалась. Вот такие вот они оранжевые. 2 плодика какие-то уродливые получились. Видимо, махровые цветочки попали. Вот здесь вот кисточки поменьше идут. Этот томат я выращиваю первый раз. Вот такой листочек у него, у этого томата. Ну, по высоте, наверное, 1,80 м. Вот такая макушечка. Так, томат, интуитивная прозорливость. Ну, плодов завязалось немного у него. Вот первые кисти хорошо завязались, выше как-то ничего особо нет. Маленькие еще там завязи. Попробуем, какой на вкус. Посмотрим на разрезе. Интуитивная прозорливость. Сейчас. Такой вот он по внешнему виду.